мы тебя ждем. Снова вниз. Вы зарегистрированы здесь? Да. Задержан по какому поводу сотрудникам полиции? Место рождения? Армения. Здесь где проживаете в Российской Федерации? В Москве. Где именно? Адрес? Ну, именно в адресе нет. Ну, родственники, родственников нету. Родственники? А здесь, да, а здесь просто работаю. Ну, откуда вы взяли, я здесь сотрудник. На чем работаете? На грузовом машине. Чем еще занимаетесь? Ничем больше. Водитель. За что задержан сотрудником полиции? Я не понимаю. Смотрите в камеру. Я не знаю, что за подозрение. Я не знаю, что за дело.